Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Не за горами лето, и природа непременно будет радовать нас своими дарами. Самое время прогуляться по загородному лесу и собрать корзинку-другую грибов. Жаль, не все делают это правильно. Удачливые грибники, любители тихой охоты, держат в тайне известные им урожайные места. Они руководствуются погодными приметами, наличием дождей, тепла, туманов и так далее. Один из знатоков поделился секретами быстрого поиска съедобных грибов. Итак, чтобы грибные корзины не оставались без урожая, нужно руководствоваться следующими правилами. Перед выходом в лес уточняйте, как могут выглядеть грибы, которые там произрастают. Это нужно, чтобы не спутать их с ядовитыми. Если на улице сухо и солнечно, грибы нужно искать в тени деревьев или под листвой, где больше влаги. При продолжительных дождях грибы растут в более светлых местах леса. Идти на поиски грибов нужно рано утром, чтобы солнце не мешало их разглядеть. Лучшее время – это когда лучи освещают поляны по косой. Такой свет позволяет замечать укрывшиеся от глаз грибников экземпляры. Чтобы не пропустить грибы, нужно внимательно смотреть рядом, под ногами, осматривать ветви и коряги. Нужно шевелить листья длинной палкой в самых необычных местах. Рядом с найденным грибом нужно осмотреться. Вряд ли он растет в одиночку. Наверняка неподалеку найдутся другие грибы. Грибницы ломать не разрешается, так же, как и выдергивать грибы с корнем из земли. При аккуратной срезке лес отблагодарит новым урожаем на этом же месте в следующем году. Главное, нельзя брать те грибы, в которых нет уверенности, что они съедобны. А какие еще советы по этому поводу можете дать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.